Данила Козловский отметился на светском мероприятии, куда он пришел в компании своей возлюбленной Оксаны Акиньшиной. Актер в последнее время вел очень закрытый образ жизни. Весной после скандала он объявил о паузе в карьере и с тех пор прятался от фотографов на любой вечеринке, куда его приглашали. Обычно он занимал место в углу и, опустив пониже козырек кепки, старался остаться незамеченным. Ходят слухи, что Козловский начал открыто выходить в свет, так как готовится к возвращению в кино. В ноябре СМИ писали, что он ему досталась главная роль в фильме «Уволить Жору», который продюсирует его друг Мариус Вайсберг. Видимо, Данила решил, что прошло достаточно времени с его отменой и ни у кого не осталось к нему вопросов.